В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел 4-й спортивный фестиваль для особенных детей «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Его участниками стали воспитанники школ «Надежда» и «Гармония», школы-интерната имени Фурагиной, Обнинской школы-интерната «Надежда» и Красногорского образовательного центра «Созвездие», а также их родители и педагоги. Члены фракции «Единая Россия» наградили победителей.